Всем привет, дорогие зрители, мы продолжаем с вами проходить Злых Птиц. Давайте продолжим на 16 уровне, блин. Так, нормально. Здесь я, по-моему, не играл, ну ладно. Включим музычку для более удобной игровой атмосферы. О, мне дали всех желтых. Так, у меня музыка слишком громкая, сейчас я ее понижу. И чё я делаю, ё-моё? Так. Ну всё, капец вам, свиньи. На! Такс. На! Да блин. Снесли нафиг крышу ихние хатки. Вот так вот и давай этого. Все. Конечно, результат не супер, но мне сойдет. Снесли чердак. Не устраивает такой расклад. О, нормально. Только к тому. Ой-ой-ой. Сколько мы там всего развалили. Давай. Молодец. Сколько, интересно, звезд дадут. Ну, две это тоже хорошо. Ой-ой. Чё-то они там забаррикадировались-то, ребятки. Сейчас их пальцем загноблю. О-оу. Не, это все фигня. Дай. Ёшкин кот. Ладно, давайте попробуем так еще раз, два раза. Чё это нам дало? А, не, надо бить по верхним, наверное. Чтоб они скатывались и убивали. Давай. О, есть один. Блин, что-то трудный какой-то уровень. Я хочу более легких уровней. Вы засранцы, извращенцы. На, скотина. И последний, которого я не убью, конечно же. А, нет, смотрите-ка, убил. Офигеть. О-хо-хо-хо. Это вообще что-то смешное. Ну чё, обстрелим тогда его. Так, стекла сняли. Продолжаем. Обстрел. Офигеть, что за дерьмо? Вот так вот. Старших уважать надо. Целых две звезды. Опа-опа-опа. Да блин, куда он полетел, этот камень? Ну что ж ты за камень такой после этого? О-оу. На тебя, скотина. Попытка номер два. Неудачно. Пофиг, ой-ой-ой, куда же ты? Пипец, у меня вообще психованные птицы. Вот так, давай, ломай. Ломай это здание полностью. Камень, давай. Да блин. Что ж такое, а? Его толкать и толкать нужно. Ну на тебя потол... Ну блин, какую-то деревянную балку не можешь даже сломать. Ну что это за камень, а? Все, надежда у меня не на камень, а на птичек. Фигарим там все подряд. Давай. О, видите, птичка зафигарила. Правда, не знаю теперь, как остальных мочить.
Блин. Так, а это уже погромче. Музыка, ну ладно. В принципе, я прошел. Это хорошо. Пропускаем. Даже две звезды. Опа, это в шлеме. Че ему шлем дает? На, скотина. Сейчас всех тут разбомблю. И тебе на, скотина. Да блин. Какие живучие подонки. То есть я как бы не бомблю даже их. Что это за дела, а? Зачем я бомблю совсем не их? Надо бомбить вот эту фигню всю. Оп. Так, разбомбил, убил. И как мне попасть к этому? Очень интересно. Да никак. К этому засранцу уже никак не попадешь. Блин, в одну точку вот бомблю. В надежде, что что-то случится, но ничего не случается. Что это такое, а? Ох, нифига себе, он прорубил. А что это меня в меню-то выкинуло? Так, ладно. Что пробовать, я не знаю. Давайте сделаем такой вот мега-офигенный обстрел. Не знаю зачем, но мы это сделали. Нафиг такое. Нафиг такой обстрел. Будем потолок ломать, шатать. Может, это поможет? Хотя сомневаюсь. Давай, ломай, птичка. Ох, нифига себе. Ну, одного убейте-то. Ну, чё он ещё живой? Что это за бред-то, а? Ух. Ладно. Ладно. Пусть будет по-вашему. Пипец вам, нате. Это все фигня. Нужно как-то действовать... разумно. Да блин, это неразумно было. Это было непонятно. Давай. О! Ну блин, это я делаю до этого. Наска... Да что ты будешь делать? Ломаем нахрен крышу. О! Сломали. Немножко. Немножко сломали. Не, ну птица вообще не может пробиться. Что это за непотребство? Вот я ее активирую, ну... И меня опять в меню кидает. Что это за глюк какой-то? Фигня. Фигня это, товарищи. Ну, шатаем их. О! О, что-то хорошее пошло. Давайте еще раз так же ударим. Ну, сломали мы их. О, давай, шатай. Пташка. Почему синяя до сих пор там ост... А, не, все пропало. Опа-на. Опять нам ничего не дало это. Запарил меня этот уровень. Он такой тупой, насколько это возможно. Блин, камнями... Точнее, лбами об камни. Че... Ух, полетел-то как. Вираж сделал такой. Давай, лети. Да блин, даже ни одного не убил. Что за фигня? Что? Давай в этого хотя бы. Это какой-то дерьмо уровень. Идем обстрел туда. Это сюда запускаем. Он ничего не делает, потому что он неудачник. Этого убиваем, но это мы и так могли раньше делать. О, давай. Давайте попытаемся туда прорваться. Да, блин, столько много дерева грёбаного. Что это, толстяка в каске? Фиг уби... Ух ты, я... О, да! Ну, наконец-то я туда прорвался. Ну, чё мне там дадут? Ой. Что это за значок-то? А, типа я прошел линейку уровней каких-то. А мы типа дали одного... Это был главарь какой-то. О, открылся, новые уровни открылись. Эй.
Что значит активируйте игру? Я ее и так активировал, наверное. Вот засранцы, а. Что это за бред? Балалам. Опа, сработало. Не знаю, что я сделал, но оно сработало. Так. Смотрим. У нас здесь, значит, опять этот чувак в каске. Давайте что-нибудь попробуем сделать. Вот так вот. Ну, мы сняли его сразу же. Сейчас мы их расфигарим. Всех нате, скотины. Падайте, дохните. Все, убили. Теперь этого подонка. Так, интересно, он камни про... Офигеть, что творится-то, а? Просто офигеть. Давай. Все, убили. Неважно, сколько мы потратили, точнее, сколько мы приобретем звезд. Мне это устраивает. Так, я обещал, что серии будут по 10 минут, но так это будет чуть подольше. Наверное. Опа-на. Что это у них за бассейн такой, офигеть. Эй, ребятки. Тот с трамплина хочет упасть. Не, дизайн уровней очень даже классный. Ой, что я делаю-то? Давайте сразу попробуем сбить верхнего. Ой-ой-ой-ой-ой, что я наделал? Сразу нажал случайно. Да блин, ну что ж такое? Ой. И что за яйцо полетело-то, а? А, типа я шарик разбил, это мне что-то дало? Что это мне дало? Так, остался последний. Скотина вообще-то надоел, на тебе. По морде-то. может попробовать уровень заново? Сколько мне дадут звезд? Да можно заново, этот уровень легкий, я хочу его нормально пройти. Просто можно было вот так вот сюда вот пальнуть. Эй. Да ладно вам. Так, давайте заново. Пальнуть выше, короче, вот так вот снять этого чувачка, потом снять еще. Некоторых чувачков. Воу! Куда же вы летите, детки мои? Мои вы детки! Вот так вот все снесли подчистую. Но это результат не повысило мой, конечно. Видите, даже одна звезда. Ууу! Здесь уже интересно. Сейчас мы доиграем этот уровень и можно заканчивать. На тебе. Ой-ой-ой, там все посыпалось, а я стреляю до сих пор. Не, надо вниз бить. Надо бить по нижним уровням, тогда все рассыпятся. Блин. Так, чуть выше возьмем. Сюда ударим, нормально. Ух ты. Так. Немножко их оборону прорвали, лупим еще раз. Да блин, что за деревяшка тупая помешалась. О! Ну, не то, что я хотел, но... Вот, вот желтые должны... Да, желтые это сделали. Все, падайте, идиоты. О-о-о! Всех присыпало. Вообще красиво. Я надеялся на это. Так, сколько мне дадут звездочек? Надеюсь, 3? А нет, 2 только. Так, ладно, давайте все-таки еще один уровень. Ху-ху-ху. Ловите! Ой. Надо как-то попасть. Попасть. Да-да-да не так попасть-то. Ну блин, ну к стеклу-то хотел попасть. Ладно, сейчас прошибем здесь желтой птичкой, а потом вот этой туда застрельнем и прошибем. И камни добьют остальных, я надеюсь, конечно. Давайте камни, я вас верю, толкай, толкай его. Так, сейчас он скатится и сдохнет. Катись. Катись. Ты чё, гонишь? Да кать... Да ё-моё, он не катится. Так, ладно. Это уже дело чести. На, скотина. Найти вам, скотина. Всё, давайте камни, делайте свое грязное дело. Давай, погнали. Сейчас всех там разор... Да, блин, они опять застревают. Ну что ж за камни нынче пошли, а? Что не камень, то... О, давай, толкай эту свинью.
Давай, толкай, козла. Ну, твою мать. Он не хочет его толкать. Так, ладно, тогда... На, скотина. Ты умрешь в страданиях. Так, надеюсь, хоть теперь-то камни будут нормально. Давайте. Вот. Вот это хоро... Эй. Ну ладно, он упадет сейчас. Фух, наконец-то. Ну ё-моё, сколько же было можно. О, 3 звезды. Отлично. Так, подождите-ка, нам дают новый тип. О-о-о, взрывная пташка. Офигеть. Что-то интересненькое, давайте попробуем. Взрывная пташка. Лол. Немножко непривычный сейчас. Взрывная пташка. О-о-о. Чё, одной пташкой можно всех было почти снести? Давайте, пташки, вы же взрывные пташки. Нет, надо было как-то... покруче вжарить там. Да блин, что я творю-то, а? Давайте попробуем вниз туда пальнуть. Сюда вот вниз. О, хорошо. Вжарили-то. Давай-давай-давай, вытряхивай его. Слушай, оно его не вытряхнуло. Не, ну тоже к ними не доберешься. Давайте попробуем как-то через верх вмочить как-то. А они тебя разрываются? Ой, они и сами могут взрываться, офигеть. Ну, умри. Блин, один козел остался. Он должен был умереть, но не умер. Теперь он будет мешать мне пройти этот уровень. Мудак. А, не, сдох. Ну что ж, дорогие зрители, я думаю, на этом можно заканчивать. Это была 3-я серия «Злых птиц». Так что всем спасибо за просмотр и до новых встреч. Всем пока-пока.